Сегодня, 5 октября, в Чолпон-Ате проходил похороны Камчи Кальбаева, убитого накануне спецназом Государственного комитета национальной безопасности во время задержания. Возле дома Камчи Кальбаева собрались порядка как минимум 3000 человек. Позже тело понесли к кладбищу, а там собрались около 5000 человек. Похоронили вора в законе на кладбище возле гор над микрорайоном ПМК. Напомним, 4 октября примерно в 14:30 стало известно о перестрелке около открытой акционерное общество «Учкун» на пересечении улиц Ибраимова и Кулатова в ресторане «Блондер Паб». Спецназ Государственного комитета национальной безопасности задерживал вора в законе Камчыбека Асанбека. Территорию вокруг Учкуна оцепили, на место событий приехали несколько машин скорой помощи. Также приезжали министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев и генеральный прокурор Курманкул Зулушев. Вскоре несколько источники сообщили, что Камчи Кальбаев был убит. Однако его адвокаты и официальные органы это не подтверждали в течение нескольких часов. Около 19:00 ГКНБ сообщил, что при попытке задержания Камчи Кальбаева по факту причастности к убийству криминального авторитета Доо Чингиза Кальбаев оказал вооруженное сопротивление с применением оружия. В результате его ликвидировали. По информации ГКНБ, врачами констатирована смерть Камчыбека Асанбека. На месте от полученных пулевых ранений жертв и пострадавших из числа сотрудников ГКНБ и гражданских лиц не имеется. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Чтобы получать уведомления о новых видео, нажмите на иконку колокольчика. Буду благодарен за вашу поддержку.